Богатая история, 80 лет успешной работы в сфере образования – все это о ней, о 12-й школе. За эти долгие по человеческим меркам годы из стен школы тогда еще имени Климента Ворошилова выпустилось немало известных людей. Среди них детский доктор мира Леонид Рошаль. Работали в ее кабинетах и заслуженные преподаватели и педагогические династии. Народный учитель музыки, постановщик детской оперы «Гуси-лебеди» Виктор Чепуров. Сегодня школа признана одной из лучших в Московской области. Эту школу мне удалось изучить как родителю, как педагогу и как руководителю. И я хочу сказать, что вот в этих словах, что 12-я школа – это действительно одна из лучших школ района. Победитель конкурса приоритетного национального проекта образования в 2008 году, в 2013 году включена в национальный реестр ведущие образовательные учреждения России. 2014 года является федеральной экспериментальной площадкой развития социального пространства непрерывного образования, формы организации технологий уровней Российской академии образования. В 2014-2015 годах включена во всероссийский реестр книга почета. В 2014 занесена в федеральный электронный реестр доска почета России. Вот такие успехи, несомненно, важны. Вы заслуживаете самых высоких наград, самой высокой похвалы за ваш труд, за вашу профессию, которая, вы здесь говорили, наверное, ничем не заменить в нашем обществе и ту роль, которую играете вы в воспитании и обучении нашего подрастающего поколения, нашего будущего, будущего нашей страны. Солидный юбилей ознаменовался ярким творческим концертом. Учащиеся и педагоги выходили на сцену и признавались в любви родной школе. Достойно выступали артисты различных жанров. В школе дети развиваются во многих направлениях, добиваясь высоких результатов по многим показателям. И все это благодаря родителям наших учеников и, конечно же, несомненно, великолепному коллективу педагогов нашей школы. В этот день о значении школы номер 12 для Щелковского района говорили немало, и у каждого было несколько причин назвать ее лучшей. Мы четко понимаем и знаем, что школа номер 12 может в любую минуту, в любую секунду стать на защиту системы образования Щелковского муниципального района. Это огромное счастье Щелковского района, что мы так сошли звезды, что вы все здесь собрались. Поэтому спасибо вам огромное и низкий вам поклон. Яркий праздничный концерт проходил в актовом зале. Ну а здесь, в холле, можно сфотографироваться на фоне вот такой надписи. «Школе 80 лет». На фоне праздничных надписей, альбомов с фотографиями выпусков различных лет можно было немного предаться воспоминаниям, что с удовольствием делали присутствующие. Среди них Любовь Ефимова. За плечами долгие годы работы в старом помещении. Работала педагогом по внеклассной работе, а потом и директором школы. Много лет в ожидании нового здания, между тем подарили по ее собственному признанию массу положительных эмоций и успехов в самой школе. Я в этой школе проработала 18 лет. И это самое... самый творческий период моей жизни, самый длительный период. В школе есть чем гордиться, безусловно. И, мне хочется пожелать только здоровья учителям. Нашлись теплые воспоминания о родной школе и у выпускницы Марии Березенковой. Практически вся ее семья обучалась в этой школе, чему, по ее собственному признанию, она несказанно рада. С удовольствием пришла на этот юбилей, потому что... захотела вспомнить детские годы, потому что сын у меня закончил эту школу. В этой школе училась моя мама, моя тетя, моя старшая сестра. И, в общем, многое с этой школы связано. И, конечно, как говорили гости, душа школы – это прежде всего педагоги. Именно они от души родную 12-ю школу и поздравили. Дорогая школа! Лилия Тимиева, Сергей Максимов, телерадиокомпания «Щелково».